Привет! Нет, ну я, конечно, знаю, что нынче владельцев собак ничем не удивишь, но для меня такие косточки были новинкой. Не буду вас томить, расскажу вам о них. Итак, представляю вашему вниманию Нилабон Нутридент филе миньон для собачек весом до 7 кг. Производятся они американской компанией Нилабон, которая ранее занималась изготовлением игрушек для собак, а потом начали производить лакомства. Странное, конечно, изменение, но тем не менее, продукция активно рекомендуется ветеринарами, особенно для животных, склонных к различным аллергическим реакциям. Честно, читая состав, я обычно в голове для себя рисую картинки, как это выглядит. А здесь, прочитав филе миньон, я представила в голове миньона, того самого из мультфильма. Но нет. Филе миньон – это тот же медальон, то есть кусок говядины. Отрез тонкой части вырезки, который используется для приготовления деликатесных блюд из натурального мяса. Ну а теперь понятно, почему одна косточка стоит так дорого. На вид это булава с пупырышками, запах, конечно, своеобразный. Что-то между пачкой куриных специй и свежеприготовленным бульоном. Но зная свою собачку, чем больше воняет, тем сильнее привлекает. В общем, давайте посмотрим на состав. А там пыталась я найти процентное содержание того самого филе миньон. Но я же должна знать, за что я плачу деньги. Нашла только ароматизатор филе миньон – сушеное мясо курицы. А сколько его здесь, одному производителю известно. В общем, покупаете лакомство с говядиной, получаете косточку с курицей. Непорядок. Читаем дальше. Количество слов пугает, а их сложность так и вообще вгоняет в ступор. Хлорид холина, инозитол, П-аминобензойная кислота и еще 34 наименования, понятных только химику. Но главная фишка этой косточки в том, что она прекрасно снимает зубной налет и уменьшает образование зубного камня. И по утверждению производителя, действует лучше зубной щетки, обеспечивая чистящее действие на все 360 градусов. Проверить это я, конечно, не могу, но по отзывам покупателей, дыхание собачки становится приятнее. Правда, ненадолго. А ваши барбосики пробовали такие косточки? Делитесь с нами в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Пока!